Работаем. Машина. Поехали. От своего танкового и женского экипажа хочу пожелать всем танкистам счастья, здоровья, успехов по работе и по службе, мирного неба над головой, и чтобы танк стрелял, механик водил и танк не подводил. Сев за рычаги танка, ты понимаешь силу и мощь этого танка. Ну, не объяснить это чувство, это не то, что сесть за автомобиль. Мой женский экипаж, конечно, готов каждый день с этим работать. Попробуем мы в следующем году. Но все-таки это мужское дело заниматься танком. И мы постараемся не отстать от них и все-таки тоже поучаствовать.